Окей, друзья, я думаю, что мы сейчас должны уже начать наш еженедельный урок. Запишите себя с Божьей помощью каждый четверг. Я постараюсь с Божьей помощью в 21.00 провести урок на этой платформе Ваикра. Время сейчас такое, что мы потихонечку возвращаемся в синагоги наши. Но ситуация такая, которая напоминает меня история. В одной еврейской поселок жили всего ли 10 семей. Это значит, были всего ли 10 мужчин на миньян. Долгое время там всегда был миньян. Всегда люди собрались. Поскольку каждый знал, я отвечаю за меня. Если меня не будет, значит меня не будет. Поэтому все были. Какой-то день добавилась еще одна семья. Слава Богу, уже 11 семей. Большая радость в поселке. Уже 11 еврейских семей. Знаете, что было на следующее утро? Не был миньян. Все подумали, а, он будет 10-й, он будет 10-й. И этот поселок начал сталкиваться с проблемой, которую он никогда не знал. Где найти 10-й на миньян? Коронавирус, к сожалению, ситуация с коронавирусом закрылась нашей синагоге по всему миру. Мы были вынуждены дома молиться. И по закону того, так мы должны были делать. Сейчас, слава Богу, в очень много местах в мире уже облегченный вид карантин. И это позволяет нас при определенных ограничениях, но позволяет нас уже, слава Богу, возвращаться в Дома Всевышнего, возвращаться в наших синагоги и молиться в миньян. Но поскольку, к сожалению, есть люди, которые уже отвыкли от молитвы в миньян, 3 месяца подряд молились дома в синагоге, я чувствую, что надо сейчас поговорить об этой очень важной теме, молитва именно в миньян, чтобы толкать все, которые еще не созрели о важности этой митцвы, чтобы вернулись в нашей синагоге, да, при соблюдении всех условий карантина, но чтобы вернулись молиться в миньян. Молитва в миньян – это самый высокий уровень молитвы. И скоро поговорим почему. Я видел в одной галахической книге, человек спросил вопрос у раввина. Что для него лучше? Когда он молится в миньян в синагоге, и миньян имеет свое движение молитвы. Иногда хазан молится быстро, иногда не очень быстро. И он чувствует, так он пишет раввина, что у него нет достаточно покоя, чтобы почувствовать свой личный связь со Всевышним. Он бы предпочитал дома сидеть или сидеть отдельно без миньян, тогда он может взять в себя свое время, сколько надо, он может медленно, потихонечку помолиться Богу, и он будет чувствовать, как он обращается к Богу, как сын, который обращается к своему отцу. Но с другой стороны, надо же молиться в миньян. Что ему делать? В ответ он получал от этого раввина письмо. И этот ответ есть в книге «Игрот Моше». Он его говорит, несмотря на твои действительно внутренние чувства, о том, что ты чувствуешь боль связи к Всевышнему, когда ты молишься наедине, ты и только ты и он, но вместе с тем он ему говорит, я тебя предлагаю молиться в миньян. Почему? Послушайте слова. Когда ты молишься наедине без миньян, ты не уверен в том, что твоя молитва будет услышана. А когда мы молимся вместе в миньян, наша молитва всегда Всевышний слушает. Еще некоторые законы, которые есть в Шулхан Арухе, важность молитвы в миньян, перед тем, что мы войдем в тему нашего урока, написано в Шулхан Арухе, что молитва именно в миньян, когда собирается 10 мужчин,
это важнее, чем мицват эсэ, чем позитивные заповеди, которые написали в Тора. Это является как кидуш Ашем, это освящение имя Всевышнего. Плодо того, что можно освободить человека с рабства, чтобы он стал полноценный член миньян, если не хватает один человек на миньян. Также написано в Шулхан Арух, что молитва в миньян всегда принимается перед Богом. Как написано в книге Иов, «Хен кель кабир ло имас». Большой Бог, когда есть много людей, которые собираются на миньян, он никогда не отказывает этой молитвы. Он всегда слушает эту молитву. Еще один закон, который дает нам понять важность молитвы в миньян. Человек, который живет далеко, возле дома, у него нет синагоги и нет, конечно, миньян. Как далеко он должен ходить, какое старание он должен вкладывать, чтобы помолиться в миньян. Написано в Шулхан Арух, что если он должен ходить расстояние до 24 минут ходьбы, ему надо будет ходить вся эта дорога, пока он дойдет в миньян. Человек, который отправился в командировку, и он остановился в какой-то гостинице, не в город. Ходить до города или ехать до города, где там есть миньян, это тоже далеко. Но вместе с тем, до полтора часа езды, ему говорят мудрецы, ты должен тратить свое время, не тратить, вкладывать свое время и добраться до ближайшей синагоги, чтобы помолиться в миньян. Настолько это важно. Еще один интересный вещь. Если кто-то по какой-то причине не может идти в синагоге, поскольку он на больничной или другая проблема, ему разрешено молиться дома, но мы ему рекомендуем, чтобы он будет выбирать время молитвы, когда он молится дома наедине, на это же время, когда миньян молится в синагоге. И типа так он соединяется к миньян, и это и качество, которое есть молитва в миньян, распространяется и на его молитву, поскольку у него нет сейчас другой выход. Человек, который, слава Богу, здоров, обязан молиться именно в миньян, и именно это является для него самый-самый лучший образ молитвы, самый лучший вид, он тогда, как мы начали, он тогда уверен, что Всевышний будет воспринимать эту молитву. Мы сегодня будем говорить о важности молитвы в миньян. И мы раскроем сегодня большой секрет. Источник – это вещь, которая называется миньян. Каждый знает, если мы будем спросить, сколько надо, чтобы был миньян, все скажут 10 человек. Каждый, который когда-то был в синагоге, увидит, что на молитве Минхе посередине дня, когда в основном не собирается много людей, поскольку люди находятся на работе на это время, ждут, пока будет 10-й. На идиш всегда говорят, а центр, нужен 10-й. 10-й на миньян. Заходит человек, ему говорит, о, слава Богу, ты 10-й. Заходи, и молитва начинается, а, что я же везех. Молитва начинается. Откуда мы знаем, что миньян это именно 10 человек? Может быть 12, может быть 8, может быть 14 или 7. 7 тоже красивая цифра, в седьмой день недели, шаббат. Почему мы решили 12 колена Израиль? Может быть 12 человек это миньян? Какой источник на то, что миньян именно 10 человек? Мы сегодня раскроем этот секрет. Я вам скажу, что наш урок обоснован на беседе Лубавичской Ребе в книге «Ликутей Сихот», 33-й том, а вторая беседа на глава «Шлах». На этой неделе мы будем читать в Тора, на диаспора, в Израиле уже читает глава «Корах», но у нас читает глава «Шлах». И этот урок будет обоснован, он обоснован на этой сихе, удивительной беседе Ребе и комментарии, о источник молитва и вся история, которая вокруг нее идет, глава «Шлах». Значит, поскольку мы начали с миньян, давайте раскроем этот секрет. Откуда мы знаем, что миньян – это именно 10 человек, не 12 и не 8 и не другая цифра? Это связано с нашей недельной главой. Послушайте то, что написано в Шулхан Арух.
Ранух написан это «Кол давар шебиг душа». Каждый мицва, которая называется «святой вещь», это молитва, это хупа, любой другой вещь, когда мы хотим отвечать кадиш, сказать «Борху» на молитва, сделать повторные молитвы и сказать «Кедуша», обязательно должны быть 10 человек. Почему 10? Написано в Шулхан Арух, поскольку написано в пасук «Венигдашти бетох бней Исраэль». Когда будет, когда я буду святой, когда вы будете, когда вы, народ Израиль, будете чувствовать мою святость, когда моя святость будет находиться среди вас, бетох, среди вас, сынам Израиль, это когда бетох. Святость будет, когда я буду среди вас. Есть еще один пасук. Всевышний говорит Моше и Аарон после еще одна нехорошая случая, которая была поведение нашей предки на пустыне Синай. Он говорит, «Хибадлу митоха эда». Об этом мы будем читать на следующей неделе, когда будет история, неприятная история с Корахом. Всевышний тогда сказал Моше и Аарон, разделитесь, отделитесь от этой эйда. Группа людей он называет эйда. Эйда. Община. И он говорит, отделитесь митох, от этих людей. Мы учим, тут написано, когда глава Корах написана митох, слово тох связано с эйда, и там написано бетох. Значит, эйда, говорит Шулхан Арух, אין עדה פחותה מעשרה. יש לי מפסוק ותורה יספול זה וצלובה עדה, עדה את הפסגדה רבנו דסית. מן שדסית, כגדה יש גרופה לודי, כגדה אני זסלושבת, אימת אתו היא נזווניה, שתו דס יש צלי עדה, את הכגדה איך ציפרס הסתבלה את מינימום דסית של הווק. Куда мы знаем, а тут удивительный источник нашей недельной главы. После того, что Всевышний злился на поведение эти 10 разведчиков, которые Моше Рабейну отправил посмотреть страну Израиль, после этот привет неприятный, который они принесли народу Израиля Моше Рабейну, Всевышний им говорит, «Ад матай ла эйда хараа азот?» До сколько еще будем терпеть этой злая эйда, эта нехорошая группа людей, которая называется эйда? Кто они были? Разведчики. Сколько разведчики были? 12. Но среди 12 две, Йошуа бен Нун и Калев бен Ефуне, они же не грешили. Они же были хорошие. Сколько остались людей, которые они составляют, с одной стороны, цифра, которая носит имя Эйда, с одной стороны, с другой стороны, они все грешники, злые, нехорошие, это 10. И это является источник о том, что Эйда – это 10. И теперь мы идем назад. Эйда – это 10. Митох, слово «митох» написано по поводу Эйда. И «венигдаште» – святость – это только когда есть бетох. То есть святость Всевышнего может распространяться, когда собирается 10 человек на молитва. Тогда, когда есть 10, уже распространяется святость Всевышнего. И тут можно молиться и произносить святые вещи. Слушайте. Кто является источник того, что молитвы наши к Всевышнему Миньян, это 10 человек, это именно эта и неприятная история в нашей недельной главе. И эта беседа Ребе на 33-й томе в книге Лекутей Сихот спрашивает Ребе, очень странно, источник такой важный закон. О том, что эйда, то есть 10 человек, надо и необходимо для того, чтобы помолиться, произносить молитву,
источник для этого является что? Такая еда. Можно было рассказать нам историю о 10 святых людей, о 10 праведников, и сказать, вот видите 10 праведников, там были 10, и вы тоже будете молиться в 10. Тут мы берем 10 провокационеры, люди, которые создали такая провокация, которые стали источником на такая трагедия для еврейского народа, которые стали автором самой грубой ошибки в истории еврейского народа, которые отделили народ Израиля от Всевышнего, которые сделали первый взрыв и в прекрасные отношения между народом Израиля и Всевышнего, и мы берем от них как источник. Там написано, что они были 10, они назывались Эйда. Также мы, когда мы хотим молиться, мы будем тоже собрать Эйда, будем собрать Миньян. Вроде бы не очень приятный источник для такой важной, святой, приятной миссии, как молитва в Миньян. Почему же тогда в Шулхан Арух наши мудрецы взяли именно этот пасук как источник на такое важное митцве? Взяли самые неприятные истории как источник на самые приятные митцвы. Я бы хотел сейчас несколько слов поговорить действительно об этой случае, об этой истории, которая является источник на этой митцве, на лица в Миньян. Что мы читаем в этой главе, глава Шлах? Это действительно было прекрасное время в жизни нашей предки. Освобождение из египетского рабства. Они видели такие чудеса на Красной море, на войне с Амалек. Получали Тора на горе Синай. Построили Мишкан. А тут они уже в пути к завершению цель исход из Египта. Добраться до святая земля, земля, которую Бог обещал Авраам, Ицхак и Яков, ради которого он их освободил из египетского рабства. Они уже были в пути, и мне осталось долго. Они посчитали, что за 3 дня они доберутся до святая земля, до страны Израиля. Они остановились на небольшой остановке в пустыне Синай. И 29 числа месяца Сиван они подошли, группа представителей народа Израиля подошли к Моше Рабейну и с предложением, перед тем, что мы едем в Израиль, там же нас будут ждать местные жители, и возможно будет какие-то проблемы в путь, как их победить и так далее. Может быть, будет правильно отправить группу людей, которые будут изучать эту страну, будут изучать путь, и они принесут нам всего лишь информацию, которая необходима нам знать перед тем, что мы отправляемся в этот путь. Вроде бы логично. Каждая страна держит там свои службы, которые собирают информацию, и это необходимо для безопасности каждой страны перед любой там военной операции, надо прежде всего собрать информацию. Но Моше Рабейну не очень любил эту идею. В книге «Дварим», когда он проводит итог на вся история, которая была, и он в книге «Дварим» он говорит, «Вы пришли ко мне и вы сказали, давайте пришлем людей перед нами, которые будут нам рассказать, что там, как там, что мы знали, в какой путь идти, в какой дорогу идти». Моше Рабейну этого не хотел. Он хотел у них спросить, что вдруг вам нужна информация. Когда египтяне бегли за нами перед Красной море, вы тоже искали информация или вы обратились к Всевышнему? И что Бог тогда сказал? «Хашем йилахем лахем, ваатем тахаришун». Бог будет за вас молиться, а вы замолчите, делайте то, что вам говорят. Некоторое время после этого, когда Амалек объявил войну против народа Израиля, что они отправили разведчики, чтобы знать, как бороться с Амалек? Нет. Что они делали? Они отправились на войну, но смотрели все время на Моше.
Тора нам говорит, когда Моше поднимает свои руки к Богу на молитву, они победили. Он только их опустил, и было ослабление в движении еврейской армии. Они не должны были отправить никаких разведчиков, не искать никакой тактики, не обрабатывать никакой стратегии. У них был один стратегия, один тактикан, это был один Бог. А тут и вдруг они приходят и говорят, Моше Рабейну, надо отправить разведчиков, чтобы знать, что и как. Поэтому Моше Рабейну не очень хотел. Но почему он все-таки это делал? Говорит Раши, он понюхал уже, что тут какая-то проблема может быть. Он не хотел показать свои сомнения, что он, если он не готов, чтобы они отправили людей посмотреть, возможно, он сомневается в тот товар, который он продает. Поэтому он показал уверенность, говорит, пожалуйста. Он выбирает людей и отправляет их туда. Но вместе с тем, поскольку он немножко побоялся этой идеи, он выбирал самые лучшие люди. Выбирал 12 человек, председатели колена Израиля, как Тора их называет, Рошей Бней Исраэль, они были главы еврейского народа, еврейской колена Израиля. И они были кошерные, хорошие евреи. И это был первый шаг, который он сделал. Он выбирал хорошие люди. Те, которые о них, он может, он подумал, что о них можно полагаться. Кроме этого, он точно рисовал задание. Он не оставил пустое задание в общем, как говорят. Он сказал, идите и посмотрите. Он им сказал, как Ребе подчеркивает в эту сиху, он им сказал, латур эт аарец. Он их не называл развещики. Что разведчики? Разведчики, они должны хитровать, искать это, такой путь, такой путь. Он говорит, нет, вы идите, наслаждайтесь этой прекрасной страной. Идите, посмотрите, и вы увидите, что там происходит, и принесите к нам назад привет, хорошая информация, что вы на самом деле видели. Моше Рабейну был уверен, что если он конкретно рисовал задание, и когда он отправляет такие хорошие люди, эта миссия будет заканчиваться хорошо и с хорошей привет. Но, к сожалению, 40 дней спустя, канун 9 ава, когда они вернулись, он сразу увидел, как они разделены на две группы. Была группа 10 человек, и еще две. Йошуа бен Нун и Калев бен Ефуне. Эти 10 привезли очень хороший привет. Они сказали, там люди очень сильные, очень мощные, и у нас не получится их победить. Мы не сможем захватить, они делали итог, мы не сможем захватить эту страну. И там рядом стояли бедные Йошуа бен Нун и Калев бен Ефуне. Калев пытался кричать и сказал, «Ало нале, у нас все получится, Моше Рабейну с нами, Бог с нами». Но народ уже не слышал. Там поднималась большая паника и истерика. И все плакали и сказали, как мы справимся с такой заданием зайти в страну Израиль. Зачем мы вышли из Египет? У нас тут миллионы людей, мужчины, женщины, детей. Как мы справимся? Что мы будем делать в страну Израиль? И Всевышний сказал, вы действительно не пойдете в страну Израиль. Вам придется оставаться на 40 лет в пустыне Синай, пока умирают все люди, которые участники этой протест против Моше Рабейну, и только новые люди, новорожденные, которые сегодня не участвовали и в этой акции, они войдут в страну Израиля. А так это действительно было. 39 лет дополнительные они оставались на пустыне Синай, а только потом их дети заслужили войти в страну Израиля. Действительно, трагедия, настоящая трагедия. А тут приходит к нам мудрецы и говорит, вот вы только что услышали об этой катастрофе, об этой трагедии, об этом позор. И нам говорят, о, теперь берите пример, вот этот, не пример, этот позор, эта группа 10 людей, 10 человек, они являются для нас, что? Источник на самые важные вещи. Мы говорили, что
Молитва в миньян это важнее, чем мицват эссе. Откуда мы знаем, что такое миньян? Там были 10. Вы тоже собираете 10. Там были 10, которые злились и не выполняли то, что надо выполнять. Вы собираете 10 и вы будете молиться. Молиться в миньян. И это действительно странно. Тем более, если мы смотрим немножко в Талмуд, мы находим удивительные вещи о силе и о святости миньян. Смотрите, что написано в Талмуде, в том брахот. Такая история. Сказал рав Ицхак к рав Нахману. Мудрец рав Ицхак говорит второго мудреца рав Нахману. מדוע לא בא אדוני לבית הכנסת להתפלל? Он увидел רבי יצחק обратил внимание, что уже несколько дней известный мудрец רב נחמן не был в синагоге. И он его спросил, почему господин мой не приходит в синагогу помолиться в миньян? Не дело мне молиться в миньян. Он ему ответил, я не могу идти в синагогу, поскольку я очень слабый. Он не может идти. Он слабый человек. Что ему сказал рав Ицхак? Собирайте, пожалуйста, он ему сказал, 10 человек дома и молитесь в миньян. Спросил он его рав Нахман, что так важно. Я же не могу сейчас. Бог поможет мне, вернет меня мое здоровье, я снова буду в синагоге. Почему я должен этого делать сейчас? Он мне говорит, нет. Написано в пасуке «Ваани тфилати леха Ашем эйт рацон». Когда лучшее время произносить моя молитва перед Богом, это когда эйт рацон. Эйт рацон – это доброе, хорошее время. Время, когда угодно ему, у него есть воля, у него есть желание послушать нашу молитву. Когда у него есть желание и рацон услышать нашу молитву, это когда есть миньян, который молится. Слушайте, когда миньян молится, это уже есть особое подходящее время, когда Бог любит слушать наши молитвы. Еще одна история, мы находим и в Талмуде, и в другой том, в том Баба Меция. Ильяу Анави, пророк Илья, он часто встречался с известным рабби Иуда Анаси. רבי יהודה הנשיא, כתוב ביל פרזידנט נרוד ישראל, ביל רדקטר מישנה, או נפיסר מישנה. אליהו הנביא, סקזל עם מושתו, נשי פרטקי, דושה נשי פרטקי, אברהם יצחק, יעקב, משה, יערון, נפסי צדיקים, אני מוליצתו, שקש לי די נברא, יבגן עדן. ובו זדניה, שאתה אני איתם ניבולו דלת מניין, שאתה ניבולו תמליצה, נעידיני, спросил у него рав Иуда, почему, чтобы они не молились в миньян. Он говорит, смотри. Приход Машиаха произойдет в установленное время. И ускорить приход Машиаха должны именно народ Израиль, те, которые живут в душе, в теле, в этот мир. Если бы они там, в рай, будут делать миньян, сила их миньян может победить все, и они уже ускорят приход Машиаха не вовремя. И там разрушается программа, разрушается план. Поэтому я мешаю их, что они не могли собраться меня. Рабби Иуда у него спросил, скажи, Рабби Ильяу, а у нас здесь есть люди, не там наверху, что если они будут молиться в меня, они могут ускорить Машиаха. Он ему говорит, да, есть Рабби Хия и его сыновей. Есть Рабби Хия и его сыновей. Их святость настолько высокая, что они могут этого делать. Рабби Иуда объявил сразу пост, общественный пост. И все собрались, там не были дожди, он объявил общественный пост. И он попросил у Рабби Хия и его сыновей, что они будут хазанить, будут читать молитву. Талмуд рассказывает, как они произнесли слово «Машив харуах у морида гешем», тот, который делает ветер и опускает дожди,
начали дожди. А когда они завершали это благословение и упоминали о воскрешении мертвых, был весь мир начал трясется так, чтобы сорвать эту молитву, чтобы они не смогли продолжить эту молитву, а тогда действительно произошло это многолетней ожидаемой ситуация, когда ожидаемое чудо воскресения мертвых. Спрашивает Ребе какой-то маамар, спрашивает Ребе, Раби Хия и его сыновья, они же каждый день молятся три раза в день молитва. И каждый день они произносят это благословение, что Всевышний будет из Божьей помощи возвращать мертвые в жизнь. А почему, когда они молятся, это про себя, тогда мир не трясется и не происходит сразу изменение в ситуации. А когда они молятся как посланники общества, когда здесь, там у Раби Юда, случилось то, что случилось. Объясняет Ребе, тогда они молились в качестве шлиах цибур. Тут был миньян, они были представители миньяна в этой молитве. Когда был миньян, за ними стоял, это уже другое качество молитва, это другой сил молитва. И поэтому произошла, поэтому реакция была такая на молитву. То есть мы видим о том, что сил молитва – это когда мы собираемся 10 человек вместе и мы молимся. Кстати, написано о том, что сил в молитве, сил, когда есть у 10 человек, это не только когда они молятся, когда они учат вместе Тора. Поэтому важно учить Тора в синагоге, сделать урок Тора в синагоге, собрать за столом, за стол, вокруг стол, чтобы сидели 10 человек как минимум и учили Тора. Такое учение Тора тоже носит очень большая сила, сила миньяна в изучении Тора. Но написано в Хасидут еще больше. Даже когда просто собирается 10 человек, 10 евреев собирается, и они не молятся, и они не учатся, там тоже есть большая сила. То есть, возвращаемся к тому, что в миньян есть очень большая сила. Почему действительно? Почему действительно наша молитва воспринимается по-другому, когда мы их молим, когда мы молимся их именно в миньян, и если это не миньян, если это не миньян, они имеют другой эффект, чем в миньян. Книга Торат Менахем, 19 том, Ребе приводит от книги, миньян называется тоже цибур. Тфила бецибур, можно сказать беминьян и цибур. Что такое цибур? Цибур – это слова. Если разбить слово цибур, у нас получается буква цадик. Буква цадик – это цадиким, праведники. Буква бет, вторая буква, это бейноним, средние люди. И буква вав и реш урешоим, и грешники, и злодеи. Что происходит? Собрались 10 человек на молитву. Там все цадики? Нет. Там есть праведники, там есть средние, и там есть тоже грешники. Но они сейчас одни, они объединяются сейчас. Они как одной цели. Как Ребе говорит в другом месте, когда собирается миньян, вроде бы собрались здесь 10 разных людей. Каждый соблюдает и имеет другой духовный уровень. Но когда сейчас они вместе собрались, мы о них не смотрим как 10 единиц, которые каждый имеет свой уровень, свой плюс, свой минус. Мы о них смотрим как о новой вещь, которая составляет миньян. Поскольку в этот миньян играет не их личный уровень физический в знании Тора, в исполнении мицвес, и в миньян объединяется 10 еврейских душ. В этот самый источник, высокий уровень еврейская душа. И там они все одинаковые. Знаете, что если соберутся в одной комнате в синагоге, 9 праведников. Там будет Авраам Авину, Ицхак и Яков, наши предки.
А затем там будет Йосеф Ацадик, Мойше Рабейну, Аарон Акоэн, Давид Амелех, и Шломо Амелех, и Бальшемтов, девять великие цадики. Они могут молиться, начать молитва, сказать кадиш? Нет, конечно. Их всего ли 10. Их всего ли 9. Что надо, чтобы они могли объявить на себя как миньяни, начать молитва? Не хватает один человек. Какой он должен быть? Такой же на уровень, как Бальшемтов? Как Давид Амелех? Как Моше Рабейну? Нет. Это может быть мальчик, который только что исполнили ему 13 лет. Он, конечно, еще не знаток Тора. Он еще не знает молитва на Иисус. Он не успел очень много заповедей исполнять. Сравнивайте его к этой элитной, престижной группе, которая уже находится здесь никак. Но вместе с ним они начинают молитву. Они начинают молитву Майрив или Минха или Шахис. Именно он закрывает, закругляет круг и говорит, есть миньян. Бог уже среди нас. Понимаете, до этого момента, несмотря что были все эти великие и большие святые цадики, Бог еще не находился здесь настолько, что нам разрешено читать кадиш. Пришел этот мальчик, вместе с ним пришел Бог. Не можем сейчас начать молитву. Почему? Что делал этот мальчик? Это десятый, который вошел. Он объединил их все девять, он и остальные девять на одной новой цель, которая называется миньян. На уровень, на источник душа они все одинаковые. Это сила миньян. Когда мы собираемся вместе, Всевышний не смотрит о детали. Всевышний не смотрит, он такой, он такой. Он смотрит, кто мы на самом деле. Он смотрит о миньян. Тут собрались такие 10, которые они все, у каждого от них есть такой высокая душа. И на этот уровень они все вместе. И это самое оптимальное единство. Видеть Всевышний это единство, которое создает миньян. И ему приятно находиться среди нас. И ему приятно слушать наши молитвы. И тогда появляется там святость. Это самая лучшая платформа для произношения молитвы. Это сила, которая есть в меня. А что тогда, почему тогда мы учим этого вот этих 10 провокационеров, которые мне о них рассказали? Возвращаемся к наш вопрос. В чем заслужили эти люди, чтобы именно они стали наш источник для того, что меня... Именно они учат нас, что эта группа, которая называется миньян, должна составить 10 человек. Что мы нашли у них? Говорит Ребе, в Хасидут написано по поводу этих развешики, эти 10 людей. В Хасидут пытается найти какое-то оправдание на их поведение. Написано в Хасидут, почему они не хотели ехать дальше в Израиль. Это не только, как кажется нам, что они побоялись жителей этой страны, что они очень сильные, они очень агрессивные, и мы их не победим. Они побоялись жизни в этой стране. Они побоялись поменять образ жизни. Им было комфортно оставаться в пустыне Синай, когда их окружает облаки. Они могут, у них нет ответственности на материальной жизни. У них нет ответственности, которая отвлекает их от духовной жизни. Они могут спокойно молиться, спокойно учить Тора. И все, обо все остальные вещи, которые могут их отвлекать, заботиться о Всевышнем. Они получают ман из небес. Их, они, их семьи, все устроены. Есть что кушать, есть что одеть, есть дома, есть защита. Все есть. Материальные вещи не мешают их. Что мешает человека? Пожертвовать себя полностью к Богу, к духовной жизни. Материальные вещи.
материальные вещи тянут нас в другие места. А тут, когда они освобождены от материальных вещей, на них не лежит никакой ответственности, им хорошо. Они были великие люди. Это были люди, и Тора сам дает о них комплимент, что они были главы колена Израиля. Почему они были главы колена Израиля? У них были красивые костюмы? У них были лексусы? Нет. Они были главы колена Израиля, поскольку у них был очень высокий духовный уровень. И они побоялись, у них был страх. Они знали, если мы сейчас проходим границу в Израиле, и мы теряем, мы можем терять весь наш духовный уровень. В Израиле уже не будет ман из небес. В Израиле уже не будет облака, которые нас окружают. Нам придется, нам работать, копать, обрабатывать земля, сажать, а потом собирать, а потом продавать, а потом из этого делать мука и делать хлеб. Нам придется строить дома и строить дороги, строить синагоги. Нам придется все это делать. Сразу после шахрис мы должны идти на работу. У них был страх только об этом подумать. Так написано в Хасидут, что это была причина, почему эти разведчики побоялись делать следующий шаг и идти и в страну Израиль. Они сказали, «Эрец охелет йошвеа», страна, которая скушает ее жителей. Что они имели в виду? Это труд, который надо вложить, чтобы достать парносы, чтобы достать деньги на жизнь. Этот труд занимает весь время. У нас не остается время на нашей духовной жизни. Они не хотели этого терять. Так Хасидут оправдывает эти люди. Поэтому они не хотели идти с Моше Рабейну в Израиль. Это, конечно, была большая ошибка. Ошибка была, во-первых, Моше Рабейну сказал идти, Всевышний сказал идти, идите. Кто вы такие, которые вы будете поменять планы? Кто советовался с вами? Не вам решать, что хорошо, что нехорошо. И у них действительно была большая ошибка. Всевышний не ищет праведников в рай. Всевышний ищет праведников в этот материальный мир. Задание, которое Бог перед нами поставил, находя в этот материальный мир, при ограничении и при условии, что нам придется работать и с Божьей помощью зарабатывать, при этом все, мы должны найти наше время на изучение Тора, на исполнение заповедей, молиться в миньян именно в синагоге, давать сдоки. При все этого мы должны найти и создать здесь эти святые коридоры, через них идти. В жаргон хасидут это называется дира бетахтоним. Мы должны опускать святость именно в этот низкий материальный мир. Это наше задание. Поэтому наша душа находится в этом материальном теле и находится в этом мире. Это они не понимали. Для Всевышнего самый главный нахес – это когда человек посередине дня остановил все и бежал в синагогу, чтобы помолиться Минха. Не просто так написано в Геморе, Талмуд написано, что Ильёу Анови, когда у него было три трудные минуты, и в его жизни, когда Всевышний ему ответил, когда он молился, какая молитва? Дневная молитва Минха. Почему молитва Минха? Молитва Минха символизирует больше, чем все остальные молитвы, идея наша в этот мир, идея молиться Бога из этого мира. Мы молимся Бога именно когда посередине дня нас окружают разные задания, надо быть там на встрече, там в банк, там на работу. Но Минха сейчас, и мы отошли от всех дел, помолились Минха и вернулись на работу. Это есть идея наше нахождение в этот мир. Находя в этот мир, помолиться в миньян, учить Тора и внести святость в этот мир. Это была их ошибка. Но сказать о том, и поэтому они могут говорить Ребе, поэтому объясняет Ребе, Талмуд может взять от их как источник, что значит миньян. Во-первых, чтобы всегда есть такая вещь, называется лимуд схут.
каждого еврея, даже если он глубоко и грубо ошибся, мы должны питаться его оправдывать. И даже те, которые были в истории, мы о них читаем, об ошибке большая, которую они делали, но вместе с тем мы должны стараться их понимать и попытаться их оправдывать. И вот так мы пытаемся оправдывать этих людей. И когда мы учим от них, что они становятся источником, на цифра миньян, что мы учимся от них, это действительно в рамках оправдания. И не только этого. Это то, что миньян мы учим от них, мы типа символизируем, как они не были правы, их идеологические ошибки. Мы показываем, что при жизни в этот материальный мир, когда мы собираемся в синагогу на миньян, что мы создаем? Вот у нас духовный уголок. Они переживали за что? Что они будут оторваны от духовной жизни. Они будут оторваны от Всевышнего. Поэтому они побоялись этот материальный мир. У нас получается наоборот. Мы показываем совсем другой пример. Мы живем в этот материальный мир, и мы занимаемся материальных вещей. 6 дней в неделю мы работаем. Но у нас есть выход с положения. У нас есть 3 раза в день наш личный встреч с Богом. Это когда мы собираемся в синагоге на молитву в миньян. А тогда в этой встрече наши с Богом 3 раза в день мы поднимаемся на уровень выше и выше и выше. И у нас существует полное понимание и полное единство со Всевышним. Именно когда мы собираемся в миньян. И поэтому, друзья, как мы начали, мы снова сейчас стоим в момент, у нас были 3 месяца испытания, мы не могли молиться в миньян. Задание, которое стоит перед нами сейчас, прежде всего мужчина, который обязан молиться в миньян. Конечно, при соблюдении ограничения, которые ситуация требует от нас пока, если мы хотим, чтобы из Божьей помощи все это закончится. И будут сняты от нас все ограничения, которые существуют. Где ключ, чтобы открыть все двери? Он находится в миньян, который собирается во всех синагогах. Друзья мои, поднимайтесь от ваших мест и запомните себя. Бог ждет вас в синагоге. Написано в Талмуд, человек, который пропустил миньян, Бог о нем спрашивает, где он был сегодня, почему он не пришел сегодня увидеться со мной в миньян. Наша молитва в миньян – это личная встреча со Всевышним. Не пропускайте такой момент, не пропускайте такой возможности. Объединяемся вместе, весь народ Израиль, и в нашей малой храме, молитва в миньян. И благодаря этого, объединимся весь народ Израиль со Всевышним в нашем большой храм, который будет очень скоро построен в Иерусалим с приходом Машиаха в самое-самое ближайшее время. Желаю вам всем, дорогие друзья, шаббат шалом, молиться хорошо, и чтобы Всевышний услышал все наши молитвы, это шаббат меврхим, шаббат, который благословляет наступающего месяца, месяца Тамуз, и у нас будет особая молитва о просьбе Всевышнего благословлять наступающего месяца. Желаю всем молиться в миньян в синагоге, и чтобы Всевышний услышал наши молитвы, и чтобы пришел Машиах в самое-самое ближайшее время. Спасибо вам за внимание, что вы были с нами.